А мы сейчас на слушаниях в Общественной палате обсуждали закон о семеноводстве. Новый серьезный закон о семеноводстве. Это Владислав Курочкин. Он представится сам. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экономике и развитию корпоративной социальной ответственности. Теперь она у нас так называется. Как серьезно. Один вопрос. Один всего вопрос. Скажите, вот если этот замечательный закон о семеноводстве будет принят, насколько дороже станут семена для российского потребителя? Ну, полагаю, что стоимость их вырастет процентов на 30-40, как минимум. Ага. Для того, чтобы покрыть те издержки, которые он в себе содержит, и следовать всем тем требованиям и создавать все, что там заново предлагается ввести, это миллиарды рублей дополнительных издержек на отрасль. И, кстати, на бюджет тоже, не только на отрасль. Ну вот, дорогие друзья, один маленький серьезный закон. 30-40% из нашего кармана. Все ясно. Спасибо. Да, будем не принимать его.